Юпитер, 5 часов утра. О, галилеевые спутники вижу. Аллилуйя. 5 утра, Харьков, 23 марта 2020 года. Сатурн визуально вижу, но фотоаппарат уже его не берет. Или берет. Ага, мы уже даже Юпитер теряем. Вот он, я его вижу. Ага. Сатурн. Подожди, это же не Марс. Ой-ой-ой, это может быть и Марс. Да, это Марс. А Сатурн гораздо левее. Его мы точно не видим. Так, очередной день карантина в Харькове по поводу Матери Божьей. Доллар упал. Что такое? Но никак. Вот 7,90 продажа. Так. И, по-моему, помимо всех прелестей с транспортом, у нас добавился еще и гололед. Минус 5. Метро закрыто. Я думаю, теперь у нас скутеристов и самокатчиков на дорогах поубавится. Да, не вижу я Сатурна. Вообще, впечатление мы, конечно, наберемся за время этого карантина. Сейчас километры и километры еду по городу. Ни единой машины, ни единого человека. Вот только возле Героев Труда какое-то оживление. Какое-то оживление появилось. Это довольно-таки жутковато. Моторошно, я бы так сказал. Когда ты едешь по огромной дороге, тебе семафорят, светофоры, и никого кругом. Постапокалипсис какой-то. Да, приобрел я все-таки себе этот 125-кратный Nikon Coolpix 5000, но пока его не беру с собой, во-первых, потому что стрёмно растрясти его, во-вторых, потому что у меня накрылся медным тазом штатив. А купить его сейчас, при карантине, опять же, это целое дело. Ну ладно, поехали на работу, еще непонятно, сколько набираться.